Не хочу, не буду. Я просто буду листать. Всем привет, с вами Морган, и мы сегодня будем мемы опять смотреть. Но мемы сегодня непростые. Мы зайдем к нам в группу, ссылка на нее есть в описании. Потом зайдем там в предложку, туда предлагают наши зрители всякие мемасы. Но мы опустимся в самый низ и посмотрим, что там были за приколы вместе с вами, да? Контент очень необычный сегодня у нас, так что с тебя лайк, а если ты не подписан, обязательно подпишись. Итак, вот наша группа замечательная. Заходим в предлагаемый 1580 постов. Я не знаю, удалял я там, чистил или не чистил когда-то, но мы должны опуститься теперь в самый низ. 2017 год. Видимо, когда-то предложка немножко чистилась. Мы посмотрим, что... Блять, нет, это все поднялось вверх, сука! Так, 2017 год, 20 мая, днюха Макса. Мы делали стрим, жарили мяско. Бля, красавчик вообще, а? Бля, чья жопа, как будто дед какой-то старый. Ну это я Джокер был. Джокер нормальных людей, мой Джокер. Оригинал, пародия. Я Джокер, Макс Кратос. Это жестко было, да. Здесь, по-моему, Макс из Кратоса начал перевоплощаться в что-то. Но в итоге мы, по-моему, это что-то назвали Бэтменом, если я не ошибаюсь. Няшка, смотри. Только почему-то он тут не полностью черный. Ой, да что происходит здесь? Знаете, откуда у меня эти шрамы? Не, откуда? Вот. Это Джокер против Бэтмена, ребят. Да, может быть, не похоже, но просто нужно сильно включить свое воображение. Что-то это откуда такое? Я вообще не... Что-то знакомое, но я не помню. Так, автор. Вот у меня замечательный арт нарисовали. Нормально. Жердечко, кстати, классное. Оно у нас есть в чатике на стримах. Жалкая пародия, неповторимый оригинал. Ну, Макс хоть не говном измазан, так что нормально. Макс нефтью, он богач. О, ну это пафос. Что со мной здесь происходит? Макс пытается мой язык поймать. Что за говно, брат? Так, лайк, если нахлынуло. Что там, поломалось все? Фу, блять. Немногие поймут, немногие вспомнят. Да ладно, в 17-м году еще многие. Вот сейчас уже немногие. Шаурмен, Педро, я здесь шаурмен. Я делал шаурма, когда ты был еще ребенок. На груди моя эмблема шаурма с пеленок. Так, ну это набор меня, да, для этого. Это прям чисто я. Ну челка, конечно, не настолько элитная у меня была. Она была где-то, ну поменьше, короче. Это, конечно, уже прям вообще. А так, да, это чисто мой суровый 2007 год. Так я и выглядел. Спасибо большое, что каждый раз мне об этом напоминаете. В группе можно много поискать моих старых фоточек со школьных времен. Пися Моргана. Ля, мы самцы чисто стримим. Это нас поймали, да, где-то мы были в Питере на какой-то, в блогер, вот эти фесты, что-то такое мы приезжали, да, Рэндалл. Он тут, по-моему, говорил, семья блогеров. Макс хочет его явно зарезать. Ой, ну это какой-то месиво. Что за ноунейм нашему Артему сжимает сисю? Когда решил задушить свою одноглазую змею, но это оказался питон, и не ты его задушил, а он тебя. Мне кидают это в группу. Зачем? Я не понял. А когда у Макса зашел трачок? Ой, блин. Нормально. Парень в крутом костюме, а снять кто ты без него? Наркомен, шоумен и штукатур. Есть кушать, хавать, кушать. Почему это мне в группу кидают? Что это такое? Вот такого тоже раньше много кидали. Там Морган где-нибудь увидят. Томас Морган. Все, Морган, а, смотри, блин, это ты, что ли? Когда увидел друга в компьютере вкладку с порно-сайтом. Нормально. Когда 100% троллинг. Когда ты приемный хач. Да, раньше я думал, что я приемный, ну просто говорил, я приемный, родакам. Я приемный, и не надо это скрывать, я говорил. Соси, брат, предложение заманчивое. Бике, мастер, мотогонки, мотоцикл, скорость. Что это за хуйня? Это я в такое играл? Когда не любишь горькое. Сратый Труман для важных переговоров. О, ла. Типа, здорово, пацаны, я приехал. Выйди нахуй из комнаты, блядь. Я не знаю, я представляю, как, в каких ситуациях я бы смог применить скриншоты Макса. Вот он я из тех школьных годов, про которые я говорю. Жизнь психологии приглашает вас вступить в сообщество семинары сексолога Алекса Мэя. Семинары сексолога Алекса Мэя. Только в эти выходные скидки больше 90%. Мем 10 июня 2017 года. Публикую, что ли, его?
Я нашел один видео, и там, ну, как бы вот. А, ясно, Ваня, что-то у тебя там жизнь не очень пошла, хорошо, видимо. Шок, топ-5 ограблений на стриме. Не хочу, не буду. Я просто буду листать. Шаурмен, он все-таки существует. Ну да, и причем, смотрите, чем-то на меня похож по лицу, не? Если я вот так челку выдвину, ну прям я же, не? Хуй, ну это годный контент, да. Ой, это да, я валяюсь в майке дружку шоу, сука, ебать, я Халк, нахуй, просто. Я знаю, ты его хочешь отжарить. Так, хватит, почему-то много секса. О, это вообще что такое? Ужас какой-то, блядь, отклонить нахуй. Унтерменш. Жердечки, блять, фу, что за хуйня? Какой-то кусок здесь залили. А какие у тебя усишки классненькие. У меня снизу еще более классненькие. Опять мою жопу видно, замечательно. Че тут происходит, блять? Труман немного испугался. Это... Максу предложите из этого смайлики сделать, может, захочет. Так, Маргаша. Вот это мне миллиард раз скидывали, ни разу не опубликовал. 100 раз люди это кидали. Это для девушек. Это? Нет, детка, это для принцесс. Типа на меня, наверное, похож, я не знаю. Это кидали 1000 раз. Вот мы с Максом повторяем фотку. Вот тоже капитан Морган все время мне кидают. Говорю, где Морган, там мне кидают сразу меня. Отлично. Когда допил колу. В смысле? Это радость или злость, я не понимаю. Морган, ты ли это? Да, не я это не я. Макс, ты ли это? Да что у вас за... Так, ну нет, не похоже же. Что это я делаю? Когда очень хочешь попить. Я не знаю, что я делаю. Не очень понятно. Так, волгодонские молочные продукты. Ну, неплохо, неплохо, да. Окей, Google, видео с призраком 18+. Нормально, нормально. Уи, скоро 500 тысяч. Так, 19 тысяч подписчиков мне тогда оставалось до 500. Если кто-то не знает, у меня уже было на этом канале 500 тысяч подписчиков. Но потом я уходил с этого канала и попросил людей отписаться, и 60 тысяч ушло. Как бы теперь заново подписывайтесь все. Хаша, ну это да, вот такое я иногда. Парикмахерскую, когда долго не хожу, ничего, скоро опять таким буду. Когда собираешься дать пизды тигренку вместе с Чикагой? Чикаго это наш кореш. Скорее бы мы с ним такие дела там вершили. Такие дела, ребята. Чикаго нормального человека курильщик. Когда Чикаго стал главным вместо тебя. Да, он у нас был главным персонажем, а я второстепенным. Вот такой вот прикол. Читает донат, обновляет донат, пиарит канал Уголок Геймера. Умирает первым. Это, если я не ошибаюсь, когда у Димы был стрим, и мы на нем папк стримили. Тот стрим был так давно, разве? Почему YouTube показывает только мои просмотры? Старперы вспомнят. Ой, хороший видосик был. Ля, как Джим Керри. Это Джузеппе, он появился из ниоткуда в GTA 5 офлайн. Так, ну-ка, Джупа. Просто ниоткуда появился. Жесть, поговори с ним. Че ты, ебать, пялишь на меня, нахуй, еще и телефоном снимаешь. В тренды, колхозный бут монтаж. Ох, как это, в тренды когда-то попадали. Блин, вот бы сейчас миллиард лайков все бы понатыкали. И мы бы как попали в тренды еще разулю. Ну ничего, скоро наверстаем. Вот, вот, видите? Видите? Это кидают по 100 раз, говорю. Кто самый лучший подписчик Моргана? Правильно, еще тогда все знали, что ты лучший. Это факт. Когда Аня не заказывает роллы. Что-то роллов захотелось. Батя Макса, почему? Я понимаю, если бы сказали мой батя, и то не похоже. Но почему Макса-то? Уже некоторые зрители наши умерли, видите? Опа, споры подъехало. Хотите в споры ролики поделать? В спорах, точно! На стримах как-то вечно там все мерцает, а так-то я смогу нормальные ролики сделать по спорам. Если хотите, реально прям штурмуйте, все штурмуйте, комментарии пишите обязательно. Капитан Морган, вот сижу, бомжую, видите? Хорошо было. Как тебе папе на войне? Флэшбэки ловишь? Ты охуешь, ну это Артём. Где? Кто? Что? Не было здесь, прикинь, вообще, где не задыхать? Когда ты самый сасный овощ на районе? Овощ года, видос про мое детство, там уже почти 1 000 000 просмотров. Жать, ребят, какие планы на будущее? Какие у нас планы на будущее? Умереть.
Я помню, этот видос по пабликам разлетелся. Когда школьник сказал, что вычислил тебя по IP. Так, ага, ага. Что это у меня делает? Четыре вещи, которые все ненавидят. Да почему это ко мне в группу кидают? Когда купил АВП и ждешь начала раунда. А, это один и тот же чел мне что-то накидал здесь. Хватит, что это? Ля, накидал мне мемов каких-то бестолковых, Саня, верни сотку. Владос, верни полтос. Колян, верни кальян. Артем, вернись в детдом. Так, ты будешь на больное мне, Михаил? Во имя Артема, ведь он же Артем. История о том, как Артем, как я что, задонатил Артему. А, Артем Заикин. Так, ну-ка, произнесет ли Артем фамилию Артема? Страшно. Удачного стрима. Передай привет, плиз. Привет тебе, Артем. Сорян, Артем Заикин. Привет тебе, Артем Заикин. Теперь в видосе. Давайте на этом остановимся. Если вам реально хочется еще посмотреть мемасов наших стареньких, вы пишите обязательно. Лайкайте обязательно. Подписывайтесь обязательно. Используйте бота, который оповещает о роликах либо о стримах в личку ВКонтакте. И я сделаю еще один ролик. И делайте мемы в группу. Делайте кучу, огромную кучу мемов. Потом будем такие ролики иногда делать. Можете какие-нибудь фотошопы реально охеренские делать. Просмотрите старые ролики, всякие ролики. Будем контент вместе такой делать. По-моему, очень смешно. Мне реально очень нравится. Спасибо большое всем за просмотр. С вами был Морган. До новых встреч.